Доброе утро, уважаемые слушатели. Начинаем показ схемы СССР-БГТ-27, которую сегодня опробовал. Ролик с этим, как говорится, с практикой, то есть где показано, как работает, будет показан позже. Итак, схема СССР, та же схема СССР идет. Но маломощная. Тут выпрямитель идет. Вот он, выпрямитель первый. 16 вольт. Он, значит, через реле. Вот, через реле проходит. То есть реле срабатывает секунду, секунду нет. Реле сработало, она пошла, а ноль здесь, а минус напрямую здесь пошел. Это крутится, и на выходе дает 58 вольт, как замерил, 145 ватт мощность. А вход здесь, вот, померил по счетчику, 45 ватт. Еще второй выпрямитель, это на запуск, 24 вольта. То есть, запускается, то есть, выпрямитель пусковой. Он без реле идет, напрямую, как видите. Ну, здесь это разъемы. Это вот счетчик. На счетчике, значит, смерял. Ну, показано будет на ролике. На счетчике смерял. 45 ватт расход. А выход 145 ватт. То есть эта схема, в принципе, здесь не буду объяснять, здесь так же, как СССР, все идут. Только вот здесь вот реле переделка, и вот здесь переделка. То есть здесь всего на 16 вольт постоянки, из пусковой на 24, то есть потребление 45 ватт. Вот, потребление 45 ватт. 45 ватт. Вход. Вход. Выход 145 ватт. Вот. В эту схему еще, значит, нужно поставить здесь не сеть, а вот сюда поставить инвертор. Но пока у меня надо еще одну батарейку, чтобы инвертор запитать. Вот инвертор. Инвертор. И батарея вот здесь. Батарея. И тогда она будет вот так вот. Она будет вот так вот. Здесь вот будет разъем. Эти сюда. А эти сюда. Так. Ну, пусковая одна и одна через реле. Реле также остается здесь. Вот. Через инвертор, значит, у нас получится 45 ватт. Мы это самое. Здесь батарейка стоит, и 100 ватт можно вот сюда брать. 100 ватт брать потребителя, на потребление. Вот. Когда эта батарейка подсядет, вторую батарейку ставим. Вторую. Сюда. То есть, вторая будет заряжаться. То есть она не здесь будет, а здесь, вот где потребление, вот здесь вот будет, значит, заряжаться батарейка, 45 ватт, что вполне хватит, она где-то на 500 ватт батарейка. Вот. Вторая заряжается, и первая, это самое, и 100 ватт сюда, на потребителя, 100 ватт. Так. А здесь вот, вот эта батарейка будет работать. Ну, сюда тоже потом поставим реле, чтобы вот отсюда вот переключалось автоматом. Это сюда, а это сюда. На инверторе. А можно просто переносить. Где-то час поработало, перетащил сюда. Ну, в общем, вот такая схема. На этом сегодня заканчиваю. До свидания. До следующих встреч.